Каждого заходящего в ГУЭС сегодня встречают объятиями. Это не только заряжает позитивом на целый день и на целую неделю. Объятия – это международный знак толерантности. Для Владивостокского государственного университета экономики и сервиса толерантность не просто красивое слово. Здесь учатся более 300 иностранцев. Всех посетителей в ГУЭС встречают плакаты на разных языках мира, от таджикского до немецкого. На каждом плакате надпись «Обними меня». Объятия как жест поддержки считают в институте универсальный язык общения для любой нации. Действительно, можно обниматься совершенно незнакомым человеком, подарить ему свое тепло. Мы же говорим о том, что если мы обнимаемся каждый день от 10 до 12 объятий, мы обмениваемся энергетикой и живем дольше и счастливее в этом мире. Еще одним универсальным языком толерантности в ГУЭС считают интеллектуальные настольные игры – домино, шахматы, элиас, дженга, во время которых можно не только проявить свое мастерство, но и попрактиковаться в иностранных языках. Для этого и существует этот праздник, чтобы хотя бы раз в год ощутить вот это вот единство народов и понять, что мы на самом деле все одинаковые и у нас нет различий. На различных тематических площадках ребята могли изготовить шапочки дружбы, поиграть в подвижные игры, потанцевать, а также принять участие в акции, посвященной Международному дню отказа от курения, обменять сигареты на конфеты. Кульминацией веселого студенческого праздника стал концерт студентов из Северной Кореи, которые исполнили популярные российские романсы. Праздник, посвященный толерантности, во ВГОЭС проводится уже много лет и с каждым годом становится все более популярным. Главное, считают здесь, не просто понимать значение слова, а чувствовать его. Вы не одни, мы вместе. Светлана Садовая, Сергей Тулатиев. Новости на Восьмом.